Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Байнэ на Вайзе Кафтербёрд Плюс, дневные испытания. Чё такое, тап не нажался. И нынче это у нас лилька, что ли? Ну, так и есть. Идти всего-то аж до нечистого. Ну, так и есть. Так и сейчас дадут какой-нибудь классный артефакт, который все зарулит в минуса. Всех врагов. Или нет. Или сейчас узнаем, что это будет. И будет это... Да мы его даже не возьмем. Просто не возьмем, потому что на пробеле у нас и так нужный предмет, который нельзя. Просто нельзя оставлять где-то там. Скидыш. Короче, первый артефакт. Нас кинули на первом артефакте. Это печаль. Ой-ой-ой, сейчас плохо. Вот теперь плохо. Уже плохо. Плохо началось, и это вот оно. Да что они такие быстрые-то? Стойте уже на месте. Короче... Плохо. Это была комната смерти и... Ну, вот, ну никак. Пилюлька, которая позволяет... Ничего не позволяет. Ну да, такое. Пэньк! Balls of Steel. Вот это хорошо, за это спасибо. Такое бы почаще попадалось, но нет. Может, серое сердечко еще выпадет из фекалий? Такое бывает. Ну, конечно, сейчас бы батарейку, потому что... Ну, комнат, скорее всего, мы до босса уже не наберем две. Вот еще одна будет, а дальше босс уже. Нет? Странно. Но она может быть пустой, поэтому заряда не будет. Ну, а может быть и с врагами, поэтому заряд может и быть. Да хватит уже бить ее в лицо прямо. Ой, там бомба, и в ней что-то классное. Ну-ка, дайте. Что это такое? Подождите, камушек, усиливающий дамаг. Дамаг стал теперь 5.19. Это хорошо. Door stop, hold the door. И что, можно открывать двери? Не закрывать двери? Дверь не закрылась. Вау, можно убежать. Да ладно, а часто ли это работает? Все время? Теперь двери всегда будут открыты? Это так, что ли, действует? Или это та дверь, через которую мы прошли? Как проверить-то? А вот еще и батарейка. Итак, босс, это монстро. Удваиваем количество помощников и давай этого монстра. Хук слева, хук справа, апперкот. Ну, почти. Тут нету таких понятий. Тут есть направление выстрела, скорость, дальность, сила удара. Нет, сила удара, в принципе, похожа на бокс. До свидания, монстро. Что же нам дали за это все? За это все дали дебильного помощника, но в случае с лилькой количество помощников, в общем-то, может зарешать. Тем более, это самонаводящийся выстрел. Самонаводящийся, я так и сказал. Так что это неплохо. Берем батарейку, потому что почему бы нет. И пошли дальше. Дальше больше, что больше? Второй уровень. Эй, второй уровень. Так, а ключиков? Ключиков, конечно, нет. Ну, ладно. Два помощника. В принципе, персонажу надо получать по морде, чтобы появлялись новые демонические помощники. Но, как бы... Если бы здоровья было много. Ой, мини-монстро. А чё нам такого не дают? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, и задето. Нормально стрельнуло. Это ненавижу, это мини-монстрой, это просто какой-то капец. Куда он стреляет, не видно толком. Он летит быстро, попадает часто, потому что навесом стреляет. Пролазит сквозь все препятствия, по нему попасть нереально, потому что он всегда за препятствием. Это кошмар. То в клапсу удваивает количество бомб. Ну, бомб-то ладно. Там был камень с крестиком, нет? Показалось. Я не знаю, надо, наверное... Подождите, а дверь же была открыта, нет? Да, дверь-то открыта, мы можем, если что, убежать. А вот это хорошо. Заходим в большую комнату, видим, что тут всякого полно и уходим. Хе-хе-хе. Не весело. Какая интересная тренька. Чё-то я ее не видел раньше. Какая-то новая. С каких-то дополнений внезапных. И ключика-то нету. А может тут секретная комната? Ну, пожалуйста, чтобы мы смогли зайти в комнату с артефактом и... Ну, так и вышло. Скидыш. Вот тебе и ключик. Но мы уже и так зашли. Ой, хорошо, это плюс одно красное сердечко. Это важно, это нужно, это надо побольше. И вообще надо штук 6 сердечек. Где-то найти комнату с красными сердечками и автомат для сдачи крови. И, ну и наделать как можно больше помощников. Всяких демонических. Ну и что, 4 монетки. Что мы с ними можем сделать? Ничегошеньки. Есть 2 сердечка. Можно где-то получить дамаг по красным сердечкам. Ну, типа, если был бы автомат по сдаче крови. И, собственно, набить
Ну, если... не точно уже получить помощника одного какого-нибудь дополнительного, то хотя бы половину где-то так от помощника уже и заполучить. Ну, было бы неплохо. Так, как здорово-то, как здорово-то. Это же моя любимая комната, где много врагов. Слишком много. Но ничего, у нас хватает друзей-помощничков. Так, сейчас бы еще глянуть. Угу, 5 монеток. Все-таки 5 монеток. И можно было бы, ну, скажем... если бы продавалось серое сердечко в магазине, можно было бы его купить. Но нет. А мы можем выйти из этой гадкой комнаты и не заходить в нее больше. Ха-ха-ха-ха. Угу, запомнить, что это плохая комната. Так, и тут тоже камня с крестиком не видать. Ну ладно. Пилюлька с эффектом range down. Вот это зачем такое? А оно, по-моему, не распространяется на помощников. Ну, может и распространяется. Тут я что-то не уверен. 2 ключа, 5 монет. Не будем мы заходить. А зайдем сюда и будем всех червей наказывать. Как хорошо-то дамажит-то в одну точку. Белое сердечко. Прекрасно. Все как хотелось. Сейчас еще их всех убить. Без потери. Было бы здорово. Что-то как-то попасть бы уже. Что это такое? Damage range up. Врут, damage не увеличился. Дальность, ну, если тогда уменьшилась, теперь увеличилась, но не знаю. Нож. Ёлки-палки. Полет. Все как мы любим. Еще одно сердечко останется. Но нож это круто. Полет тоже, в принципе, ну, блин, ну, ну, 2 сердечка стоит. Хорошо, берем нож. Вот это внезапно. Серьезно? Это как это так? Это все пишется? Круто же. А... что это было? Давайте посмотрим, может мы можем продолжить с этой точки, но это было глупо. Серьезно? Вот так вот на ровном месте считай. Есть реран. Есть new run. А если tab нажмем? 0. И daily run недоступен. Вот это поворот, я вам скажу. Ну, так-то уже не интересно. Так-то уже совсем не интересно. Сейчас, чтобы помнить, где нам дали эту щепку. Комната смерти. Ну, тут они со всех сторон просто окружают. Ничего не сделать. Ничего. Феноменальная память. Запоминают, окружают и карают. Такое. Это было печально. А тут что-то падало-то из этих? По-моему, ничего. Пилюлька? Не помню. Balls of Steel хорошая пилюлька. Больше таких пилюлек. А, помню, там, значит, был артефакт, который не нужен. Спасибо, до свидания. Ну, это который, лифчик, который, спасибо, зачем? Нет, возможно, он и пригодился бы где-нибудь в будущем. А, но мы не взяли бомбу, а тут камушек. А вот это плохо. То есть, вот и щепочка, которая позволяет... Где же мы бомбу-то брали? Она не тут ли падала? Я не помню. Ну, вряд ли бомба падает из вот этих фекалий. Она где-то нам попалась чутка дальше. Ну, точно она не в комнате с артефактом. Ах, может и там. Вот она, эта бомба. Туда идти. А там просто комната с ничем. Там даже бочку взрывать не надо. Но, блин. Такое бывало только пару раз, когда игра выполняла что-то, ну, совсем нехорошее. Ну, то есть, например, когда брал какой-нибудь аддон, который кошмарил игру. А вот сейчас такое случилось. Сейчас обидно. Я что-то не помню, чтобы такое вообще случалось с этой игрой. Именно в нормальном состоянии. Без всяких там аддонов, модов, которые несовместимы с версиями, например, игры. Чит было сейчас. Это меня огорчило. Да хватит, уберите их отсюда. Как они достали-то? Ох ты, какие. Жду. Да пошли вон. Я что думаю, я забыл-то увеличение дамага взять. Вот что надо было.
Так, тут толстяк, ладно. Ой, а башка-то уже не желтая стала? То есть так можно реролить монстров? Вдруг зашел, вдруг они там были какие-нибудь монстры-чемпионы. Хоп, нет. Кто такой? Монстро. Привет, Монстро. Да, припоминаю, был Монстро. Точно так и было. За него дадут какую-то ненужную ерунду. Или нужную ерунду? Не помню, что-то дадут. А самое противное, что вот на втором уровне это случится. И какой там был артефакт-то, я забыл-то. Дали дебильного помощника за Монстро. Вот это сейчас дадут. 100%. Тиден, появись. Стивен Кинген. Ну ладно, хорошо. Что было в секретной комнате? Ничего хорошего. Ключ мы получили где-то чуть дальше в комнате. Что было в комнате с артефактом? В упор не помню. Совсем. Что там было? Ну, ключик дали где-то вот буквально сразу... Сразу где-то вот за секретной комнатой. Она вот здесь была, вот отсюда вниз. Сейчас вот где-то тут или в комнате в двойной дадут ключик. Не дадут. Дадут? Куда денутся? Ой, моя любимая комната. Нет. Просто с самонаводящимся выстрелом. У вас же их есть. Отлично. В принципе, тир из 4 стрелков нормально, чё? Босс кто был? Было 2 червя, кажись. Их очень хорошо вынесли. Я даже не знаю, может, не надо никаких ножей брать. Но потом попробуй этим ножом, попади нормально. Но с другой стороны, есть самонаводящийся выстрел. А с третьей стороны, это будет удвоение ножей, это же круто. А где ключик-то? Я помню, что его где-то тут давали. Так, сюда я зашел, сразу вышел, потому что... Фу, ага, нет, не фу, тут как раз босс. Это я в ту зашел сразу... Подождите, а где же ключик? Ключик-то где-то дали, вот я помню, он... Что, в секретной комнате его дали? Да ладно. Не может быть. Не может быть же. Вот в это зло отсюда уходим. Может, все-таки тут ключик дадут? Дадут ключик? Ключик давай, иди. Не дают ключик. Даже не знаю. Так, да бей же уже их. И ключика нету. Чё был там за артефакт? Да я и не помню уже. Там, кажется, было плюс одно красное сердечко. Да. 100%. Но с другой стороны, если брать нож, или полет, например, то... Оно и так пропадет. Смысла брать, в общем-то, нет. Где-то еще белое сердечко должно выпасть. Вот это я не помню. Это я не помню, но где-то оно выпадало. Кто ты такое? Range down, ну спасибо. А где же выпало? Не помню, в общем, ладно. Дед, отстаньте. Уходите. Не шумите. Застрелите их. Нормально, и... Где-то же, помню, было белое сердечко. Же это помню. Случайно как-то выпало. Ну, берем нож. Хоп. Нож взят. Сейчас бы еще полет взять. Ну, нормально же все. Хоп. Да ладно. Серьезно? Такое возможно? Игра как бы намекает, не надо тебе нож. Ну ладно. Это было обидно. Реран, челлендж, ньюран, конечно, ньюран. Практисы, конечно, практисы. Что же еще делать-то? Чё-то мне... Так, я запоминал-то, чё где было-то? Чё-то тут было? Чё тут было? Тут бомбу дают, она пригодится, чтобы взять камушек. Ага. Ну ладно. Ненавижу. Ненависть. Вот эта бомба, хорошо. Зашли, посмотрели. О-хо-хо-хо. Ну давайте возьмем, типа, может, набор мамаши соберем, типа. Какой ужас. Так, наверху там комната с ничем. Отлично. Ну, я знаю, это комната для пожертвований. Кстати, в общем-то... Комната смерти. Здрасте.
Еще одна. Просто со всех... Со всех сторон, со всех. Каждый гадкий монстр хочет попасть. И ведь попадут же. Пилюлька. Something wrong, я помню. Что-то пошло не так. Ай-яй-яй-яй, нет, нет. Камин с крестиком дальше будет, правда? Пилюлька, это Balls of Steel, да. Тут я что-то не помню, стоило что-то искать, не стоило. Может, там монетки выпали бы. Выпали бы монетки. Бы. Или нет. Или... Да ладно! Вот так взять просто и попасть? Вот я говорю, червь прямой. Ну, в смысле. Ах-то хватит попадать, что творится? Balls of Steel и, считай, нет уже ничего. Вот это нужная вещь. Это взяли. Может, от нее все и глючило. О, желтая башка. А мы же можем... Убежать, зайти, а она уже не желтая. Внезапно, да? А я тебя помню. Желтая башка, дай пирожка. Звучит как-то странно. Отлично, бита-бита-убита. Ключик так и не дали. Заходим. Тут у нас монстр. Что-то пошло не так. По-моему, это что-то не так. Монстраты и не дамажит. Вот это вот действительно что-то пошло не так. Вообще, по-моему, ни разу его не коцнуло. И сие обидно. Просто убить его. Все, убито. Убито, убито, убито. Наш чудесный помощник, хорошо. Психический помощник. Потому что он психический. Окей. Basement 2. Отлично. А что нам сюда надо было? Я забыл. Это было в секретной комнате. Я так и не узнал, потому что я забыл. Надо, наверное, набрать заряду. И на той комнате, которая 2 на 2, там вот это пригодится, заряд. Текс. Наш любимый. В смысле, нет, портал. Почему не ключик? Да, в принципе, ладно. Но там же красное сердечко. А теперь нам надо все собирать. А, ключик может выпадал... Ну, ладно. Понеслась. 4 на 4. Да, задеть всех. Задеть Билла. Задебила. Сокращенно. Да еще и всех убить нормально. Но тут вроде более-менее безопасный угол теперь. А эта комната мне уже как родная. Третий раз прохожу. Потому что. За один раз, это же здорово. Потому что вот нельзя быть красивым таким и одновременно умным, как я. Ну... И скромным, конечно. А чем, может, тут что-то дают? Подождите, я эту комнату так ни разу и не прошел. Может, в этом секрет зависания игры? Нет, в этом секрет фекалий. Вот в чем тут секрет. А, ладно. Тут где-то босс уже. Да ладно, ну уже мог бы и не задевать, ну серьезно. А, я не помню, что это за пилюлька. Balls of Steel? Range down, ну, конечно, пилюлька Balls of Steel, да. Ее бы написали. Я вспомнил, что ее бы написали. Ну, ее, в общем, ладно. Ну, ее. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу, вы убиты. Не пойду я туда. А что, из комнаты с боссом тоже можно было убежать? Или сердечки были, может, в этом? В секретной комнате. Короче, ладно. Может, тут что-то дали. Где же это белое сердечко-то давали-то? Так, хорошо. Минус монстру. Еще монстру одному. Давай, добивай его. Какой же он пакостный. Он сразу свалил черти куда. Попробуй его оттуда выбей. Ну, он, конечно, сам подползет. Но так, что ты к нему не подойдешь на расстоянии прямого. На дистанцию. В общем, ничего не выйдет. Мини-монстро зло. Вот тебе карта, которая... О, ну да, две бомбы дали. Хорошо, это я помню. Бомбы помню. Так, ну и тут больше ничего нет. То есть, хочешь, не хочешь, надо заходить именно в секретную комнату, кажется, так было. Где-то же белое сердечко-то выпало. Тут оно выпало, что ли? Или оно выпало в
Ну, давайте посмотрим. Вот, по-моему, тут оно и выпало в прошлый раз, и это был случайный спавн. Или, может, из этих чуваков? Вообще нет. Ну, за, ключик-то вот он. Или, может, мы можем что-то купить в комнате в магазине теперь? Ничего такого полезного не вижу. Монетка, хорошо. Какая карта? Самая тупая карта. Ace of Clubs. Ну, на тебе бомбу, конечно. Здорово. Теперь-то заживем. Где же это белое сердечко-то видел? Может, еще одна секретная комната? Но я не помню, где она могла. Я, по-моему, даже ее не открывал. Скорее всего, она где-то вот тут или к большой, или к маленькой справа примыкает. Но, может, и нет. Ладно, идем дальше. На этот раз мы точку зависания прошли. Правда, это нигде нам не зачлось, но все-таки. Такой хоть прогресс какой-то. Взорвать их, что ли? И получить неприятности на свои головы. Ну, у нашего персонажа одна-то голова, но зато куча помощников. И у них тоже полно голов. Здорово задето. Так и должно было быть. Неприятность на голову найдена. А у нас же тут три волны должно быть, как минимум. А черных и серых сердечек никто не дал. Ну, или белых. Гадкие черви. Ну, с другой стороны, как я уже говорил, в принципе, это не так и страшно. Персонажу надо получать по морде, чтобы вот так вот взять и потом какого-нибудь создать помощника демонического. Ай да ладно! Началось! Миллиарды толстых мышей! И все летают. И всех попробуй убей. Тут еще и черви. И пики. Да ладно! Ненависть. Вот просто ненависть. Стараешься, уворачиваешься. И все равно. Вот все. Последняя какая-нибудь гадина долбанет. Ах. А ну как тут будет что-то классное в сундучке. В сундучке классного сообщают. Бомба вернулась, та, которая потраченная на этот сундучок. Ну и ключик дали. А вот сейчас бы еще этого паука убить. А он нас чтоб не убил. Так можно же? А можно еще вот эту пакость убить, чтобы она нас тоже даже не задела. В принципе, это возможно попытаться. Так, паук. Нет. Не тройной только выстрел. Что угодно, только не тройной выстрел. Вот тебе за это ничего. Прошел комнату, молодец. Иди дальше. Ой-о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 й, да ладно. Камень с крестиком, ну-ка. Может, что-то дадут классное? Золотой сундук, ну, правда, что ли? Лампочка, нет. А вот нет. Вот лампочку нет. И конечно. Вот таким образом построено, что попробую их всех одолеть тут. Нет, нет. Комната смерти, вот это она. Что за зло-то за такое? Игра сегодня, я смотрю, особо злая. И такая комната, что, в общем-то, ее можно убежать, но ее надо пройти, чтобы попасть к боссу. Просто отлично. Просто супер. Это я, чтобы маты не говорить, потому что я умею. Но нет. Так, ну давайте, нам хватит, надеюсь. Большой рожок. Ну, как бы это сказать? Рожище. Как-то рожара, это тоже странно звучит. Ага. Ну, чутка добить. Ну и вот тебе за это черное сердечко. А теперь-то заживем. На самом деле нет, надо идти и находить артефакт, а то что это такое? Комната с артефактом пропущена, это зачем такое? Нам такого не надо. Нам надо, чтобы было все нормально. Может, там какой-то классный, супер эпичный артефакт, но... Кого я обманываю? Какой там классный артефакт может-то быть-то? Что тут творится?
Так, подземная муха-попа-пускалка. Или попа-муха-пускалка. В общем, какая-то мухоносная, подземная, похожая на попу вещь. Ну, наверное, похожая. Это так, я не сильно рассматривал чьи-то попы. Ох, да ладно. А тут, возможно, секретная комната. А ну-ка. А мне, возможно, отстой какой-то. Нажали. Лучше не стало. Нажали. Побежали. Прекрасно. Не задевать. А вот, наверное, в магазин зайти все-таки, да и взять. И взять-то и нечего. Вот это обидно. Пилюльку можно взять, которая неизвестно что. Импресс усиления. Ну, конечно, это пригодится, конечно. Ну, хорошо, врубаем. Босса-то мы прошли уже. Ерунду получили. Мы всегда могли бы убежать из этой комнаты, но нам надо пройти в комнату с артефактом. Хочешь, не хочешь. Скидыш. Скидыш, бадабум, до свидания. Итак. Это белое сердечко-делатель. А вещь-то классная. А вещь-то знатная, но нам нужен и сундучок. А белые сердечки, ох, как нужны. Блин, как все нужно и... И нет. Мы его не зарядим, так чтобы прям вот классно было. А без удвоения на боссах будет совсем печально. Ну, то есть, по сути, мы нашли только белое сердечко. Может, где-то батарейка тут есть? Я не вижу батарейки. Даже если есть... О, серое сердечко. Даже если есть, то... Ну, и что? Ну, будет одно красное. Надо две батарейки, чтобы, ну, хоть как-то... Ой, да ладно. Что, серьезно? Спасибо. Какие классные сундуки, оказывается, бывают. Вот, кстати, ключик. Ну, все, мы, походу, либо берем тот артефакт, либо этот, и набираем белые сердечки. Наверное, блин, белые сердечки было бы очень к месту, но, блин. Сложно. Это сложно. В магазине тоже... Ну, мы не купим сейчас ничего. А так будет три сердечка. Ладно, пойдем уже так. Ну, что делать? Найдем белое сердечко где-нибудь? Ну, хорошо. Не найдем? Ну, ладно. Ну, ну такое. Так что будем идти с удвоением помощников. Удвоение, думаю, получше будет. И интересная тема. Клин под дверь, так ее можно назвать. Так она, наверное, и называется. Которая позволяет открывать двери и потом в них выходить. Это же круто. Так, так, вот сейчас вот тут будет зло. Как и обещал прогноз, зло. Вот оно. Мяукающее зло. В данном случае это мяукающее фекалия. Ну, собственно... А, нет, там еще где-то фекаленыш остался один. Ну, ладно, хорошо. А вот, похоже, сюда куда-то уже к боссу идти. А там, возможно, тупиковые сегменты. Но, может, и нет. Как мы можем это узнать? Только если пройдем. Ненавижу этих мышей. Да сколько ж можно их бить-то? Наверх. Наши любимые порталы. Ой-ой-ой. А что там он стрельнул-то? Я это не понял. Там кто-то появился, его убило, и оно стрельнуло. Ой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что живой. Живая. Ну, лилька. Отличная комната. Поворот не туда. А сейчас большая комната, и в ней тоже какая-нибудь ерунда ненужная. Ну, впрочем. Так. Вблизи-то мы их убиваем. А какая-то совсем не хардкорная комната. Надо было сделать, чтобы в центре была какая-то пакость, порождающая этих дебильных червей. Вот это был бы поворот. И ты стреляешь с одной точки, они все новые, но... Где еще? Кто остался-то? Где они? Что не так? Алло. А, вон он. И ты там. В смысле, тут. Стой на месте. Ненависть. Ненависть. Добили. Серое сердечко. Это хорошо.
радость, любовь и... ну ладно. Вот тебе плюс сердечко. Хорошо ведь. Вот тебе монетка. А вот тут ловушка. Вот тебе ловушка. Ну, типа того. А мы-то можем убежать, потому что... Да ладно, вы видели это? Вы это видели? Оно специально подпрыгнуло. Ах! Вы это видели? Вы видели это? Магазин. Да у нас и ключей нет. Да у нас ничего и нет-то. Ай-яй-яй. Хоть бы до босса набрать заряд. Ну, я думаю, с этим проблем не должно быть. Я думаю, босс, если что, вот там внизу... Кстати, а что нам за 4 монетки дадут что-нибудь в магазине? Ключик только можно купить. О, это круто. А еще одну монетку дадут? А дайте еще одну монетку. А дайте, пожалуйста... Ну, давайте сделаем рерол, может, денег дадут. И при этом пропадет сердечко. Нет, просто не дали денег. Какие деньги? Ничего не знаем. Какие деньги? Не-не-не-не. Отлично, что нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это же зло. Комната лютого зла. Лютое зло проснулось, вот оно. Лютейшее зло. О, камень с крестиком, а взорвать-то и нечем. Так, нам надо либо бомбу, либо монетку. И знаете, что дадут? Сердечко, я уверен. Вот за это все дадут сердечко. Да, конечно. Ну и по морде тоже дадут, но... Потом, если что-то дадут за эту комнату, то это будет какое-нибудь бесполезное сердечко, типа красное. Могут, конечно, белое дать, и это будет круто, но... Серое, это тоже будет круто. Черное, все круто. Но крутого не дадут. Дадут какую-нибудь ненужную ерунду. Или что-то вообще такое, вот да, вот в стиле. Вот, половинка сердечка, спасибо. Просто возьми да выкинь. Здрасте, не ждали. Усиление, это злой босс, надо усиление. Ну, как злой? Ну, злой же ж. Редкостный злобный босс. Он что делает? Теперь начинает пускать свои лютые шары, которые отражаются от выстрелов наших помощников. А так как их много, получается черти что. И этот выстрел летит черти куда. Прямо персонажу в морду. Она, конечно, у нее завязана там. Но это понятно почему. После вот таких вот походов, когда все шары сыпятся в морду, еще не такое может быть. Я не знаю, они сейчас догонят и вот уже просто вот это... Как же это, блин, пережить-то такое? Да сдохните уже! Какое счастье, они сдохли! Ой, здорово-то! Бомбы-то, конечно, нет. Какая бомба? Можем мы купить бомбу где-нибудь? А, мы можем ее взять вот тут вот. Просто взять и взять. Между прочим... Да-да-да, может, сейчас дадут помощника. У нас помощник появился. Эй, нам дали помощника. Это который? Который нам увеличивает дамаг? Или что он делает? Он должен дамаг увеличивать. Ну-ка, давайте глянем, что ж тут. Вот. И бомбу вернули. И серое сердечко. Это же damage booster должен быть. Ну, хоть увеличивает дамаг нашему персонажу. А он должен увеличивать дамаг персонажу, но отражается ли это на дамаге помощников? Вот это вопрос. Кстати, тут, вероятно, секретная комната. Ну, это не точно. Куча денег. Вот теперь там можно что-то взять в магазине. А что там было-то? Там что-то было? Даже артефакт можно взять какой-то. Какой там был артефакт? Я не помню. Какой-то же был. Жебыл какой-то. Сейчас узнаем. Но... Не... Ну, давайте. Или... А рерулить мы не можем. Загадочный подарок. Это карта. Карта. Теперь-то заживем. До этого мучились. Ну вот в его ауре должен же увеличиваться дамаг у персонажа. По-моему, ничего не происходит. Ну, надеюсь, он хотя бы дамажит там кого-то. Что-то пошло не так. Что-то мешает, дамажит, не знаю. Это странно. Вот так, нормально, а то какую-то ерунду пришили прям на груди. Ну, понимаешь, что это сердечко там, но не факт. Я не знаю, как тут не попали, это странно, так не должно было быть. Что произошло? Неизвестно. Неизвестность произошла. Попал в непонятное. Вот бы сейчас они не задели.
пока, пока, до свидания. Один, до свидания. Второй. Вот тебе еще монетка, как бы говорит игра. А зачем мы туда идем? Нам надо найти комнату с артефактом. Как бы сам себе напоминаю я. Ну да, правильно. Возможно, она вот тут вверху. Ну или нет, или не знаю. Мы можем забежать и убежать. Просто вот, просто так. Просто зашли. Нет, тут не убежишь. Это та самая комната, которая нам нужна. Так что-то вообще какой-то дамаг никакой. Ну, вот такое. И тут нам предлагают книгу какого-то отстоя. Серьезно? Сейчас бы я ее и взял, но надо через шипы к ней подходить. Это просто... просто какая-то ерунда. Что тут дают? Золотой сундук. А, сейчас. Если там бомба... Нет, я не доверяю этим вашим. Давайте глянем, что в этой комнате. Мы можем убежать всегда, если там не мини-босс. Даже если мини-босс, мы можем убежать. Иди, мини-босс, отдохни. Разработчик и его программист, идите вон. Видите, как я умею? На самом деле нет. Что это было? Хватит меня туда-сюда перекидывать. Ай да ладно! Почему она застряла? Она зацепилась за дверной косяк, потому что дверь была открыта. Капец. Бомба. Я зайду, возьму книгу. Блин, сейчас случится что-то странное. И можно взорвать еще эту гадкую. А что гадкую? Трюмо с зеркалом. Или не трюмо, а как оно называется? Как оно? Как оно с зеркалом? Взорвись. Только для того, чтобы вот так сделать. И свалить побыстрее. И пусть взрывается там. Кто зайдет, тому и взорвет. Надеюсь, нас сейчас не перекинет туда случайно вот эта телепортация, которая тут случается с комнатами. Сейчас так заходим, а там все бомбы такие собрались. Ну вот они, мы тут. Скидыш. Так, давайте посмотрим. Пилюлька с эффектом Infested. Range down. Себе оставь такую. Health up. О, вот это хорошая. А, ну, я даже думаю, надо вернуться за красным сердечком все-таки. Да, вот ходим туда-сюда. Ой, уберите эту пакость. Мини-босс. Отдохни, иди, мини-босс. Половинка сердечка, я думал, целая. Ну и так сойдет, ладно. Вот опять, это же была стартовая комната. Это как называется проклятие? Проклятие of the maze. Перемешивание комнат. Как я иногда называю словом лабиринт, но в принципе это и есть лабиринт. Действительно еще и такой, что постоянно меняющийся. Часто меняющийся. Меняющийся, вот так вот скажем. Без уточнения, постоянно, часто или когда. Все сдохли, враги, отлично. А вот тут лежит всякое. А точнее, ненужное всякое. Ну, черт его знает, все равно через большую комнату идти. Хочешь, не хочешь, идти вот сюда. Вот бы сейчас не попадали они по нам. Вот бы сейчас еще... Мы там ничего не можем взять, если... Ну, я не знаю. Тут будет дамаг в целое сердечко. Это будет задамажено половинка красного и половинка серого. И... Ну, или вот бомбой тут взорвать камень. Но бомбы нету. Бомбы-то нету. А дали ключик. Какая бомба, говорит? Тебе бомбу надо? Не, мы тебе ключик даем. Ну, или можешь красиво пройтись по шипам. Пошипи. Мне еще говорит игра. Можем пойти купить бомбу. Взорвать камень и тогда все забрать. Вот такая вот хитрая ситуация. Ну, где же босс? А он тут. Что ж творится-то? Я не понял, как его там убил. А-а-а, убил этот помощник летающий, который... Damage booster. Хорошо ведь, умеет же. Значит так, идем сюда. Усиление дамага, вот оно, 15 монеток стоит. Но у нас их нет. И бомбы не купить. Можем, конечно, приролить, но нет. Нужна бомба. Вот хоть ты что? Хоть ты где? Вот они эти бомбы, спасительные бомбы. Ну как спасительные, мы еще не знаем, спасительные ли. Вот сейчас было вообще волшебно. Вот просто вот эпически. Так, 12 монеток. Надо еще где-то добыть монеток, потому что там за 15 можно купить усиление дамага. И оно нужно.
Оно нужно. Сейчас бы еще не получить по морде от этого всего. Что тут падает сверху, и оно падает же ж не одно. Ключик. То есть не монетки. Сегодня денег не ожидается. Вот же ж монетка какая-то лежит. И даже, возможно, не одна. И она лежит... Ну, хорошо, мы даже вот тут пойдем на это, чтобы забрать ее вот так. С помощью ключа. А почему там не было серого сердечка, я спрашиваю? А тут? И тут не было? Отличная, отличная идея. Короче, надо еще две монетки. Где мы их достанем, это я даже не знаю. Грабим директора водокачки. Как однажды пошутил Тим Талер. А, вы же не читаете книги. Че я тут выпендриваюсь? А что там было-то? Монет-то там не было? Не было. Ну, блин. Клинтон. Короче, нам надо две монетки. Не знаю, где мы их возьмем. Где-то было батарейки есть. Значит, мы можем использовать удвоение. Да ах ты вот как. Я тебе говорю, больше туда не пущу. В комнату-то с боем. Блин. Хожу как неприкаянный по этому уровню. Что творится? Что делать? Где найти несчастных монеток? Просто все не так, как надо. Теперь-то в бой пустят? Не, теперь нас пустили обратно в эту гадкую комнату. Ну, может, парочка монеток выпадет из фекалий? Из босса, может быть, этого мини-босса? Это голова всадника без головы. Вот тебе за это ничего, говорит игра. Ничего, все нормально, говорит игра. Успокойтесь, никаких проблем, все нормально. 25 минут, елки-палки. А мы прошли только до 5 уровня. И, ладно, хорошо. Вот тебе не монетки, вот тебе ненужная ерунда. Отлично, просто здорово. Черти. Ладно бы с них деньги падали, но нет. Мяукающие фекалии. Здорово, великолепно. Вот бы их сейчас побыстрее убить и забыть. Все классно, но монеток ты не получишь. Отлично. Просто чудесно. Вот лучше не бывает. Прохождение-то удалось почти. А еще идти и идти. И два раза зафейлила сама игра. Это вообще было... Так. Можем взорвать кипера. Вот эти две самые лучшие монетки. Ну вот. Теперь дамаг должен быть увеличен. Ну, хоть как-то увеличен. Что теперь у нас есть? Батарейка. А где батарейка? Почему мы ее не взяли? А давайте мы сходим сюда, глянем, что тут, и убежим, если что. А если нет, то можем... Да ладно. Серьезно? Я спокоен. Отличное место. Но тут наверняка секретная комната. Вот иначе и быть не может. Надо постоять, сейчас пропадут шипы и... Беги! Теперь вот точно так же пробегаем. Ура! Опаньки. Какие тут интересные вещи творятся. Взорвать их всех чертям. И получить всякое. Пилюлька с эффектом. Hell's down. Что? Ой, муху дали. Ой, я взорвал этот автомат, который дал муху. Какой кошмар. Hell's down. Уменьшили здоровье на единичку. Обалдеть. Короче, взяли батарейку, пошли убивать босса. Да, вот сейчас бы на шипы, да и наступить еще разок на те же самые грабли. Ахаха, игра, что ты делаешь, прекрати. Эх, надо было полет брать, но нет. Ничего нечистого тут брать нельзя было. Ну, может и можно было, я не уверен. Секретная комната номер 2, она же вот здесь, я уверен. О да, и в ней... О нет. Нет, вот это я брать точно не буду. Чтобы оно мне тут нарероило всякого ненужного. Да хватит уже эти свои перекиды. Вот тебе раз. Вот сейчас начнется. Началось. Предупреждаю, началось. Творится что-то адски страшное. Гигантские фекалии. Страшные монстры. Зомби. И все в одной игре. Нет, фекалий-то больше, конечно. Тирсап, это хорошо. Ну, конечно, это прекрасно. Что тут дают? Такую ерунду, что... Да ладно! Не знаете что?
Все. Пройдено. Тарам-тарам-там. Пау.